Итак, начинаем вырезать наши листья. Листья стараемся вырезать так. У нас цветочки уже приварены, поэтому листики мы вырезаем так, чтобы вот основа наших цветков и основа наших листьев вот здесь вот, когда они вместе идут, они у нас совпадали. То есть здесь мы не должны вырезать их полностью, потому что уже цветы приварены, так скажем. То есть смотрите, вот наш лист, мы его доходим вот сюда. И здесь вырезаем точно так же, как если бы это было вот прям по выкройке, да, по схемке полностью. То есть все, что касается контакта с цветами, вот эти места, мы с вами у листиков точно таким же образом мы и прожигаем. Теперь следующий лист. Вот он идет. Этот лист в контакте мы делаем из атласной ленты. Мы берем немножко вот так, чтобы нам было удобнее. Подставляем. Вот так он у нас накладывается, чтобы удобнее было прям сразу. Я не вижу, не знаю, видите ли вы или нет. То есть я получилось наложила листик. Вот, смотрите, этот листик наложила на этот листик. Все, вот здесь видите, пока мы не свариваем их вместе. Так, дальше у нас идет вот этот листик. Здесь вот белый просвет, видите? А дальше у нас идет этот листик. Этот листик мы уже делаем из шифона. Подкладываем шифон, рассматриваем как следует все детальки и делаем дальше листик из шифона. Чтобы было удобнее, мы опять же чуточку вот так вот накладываем один листик на другой, хотя в принципе здесь наложения никакого не должно нет, но только вот точечка буквально. Для чего это? Для того, чтобы удобнее было потом накладывать все это дело, мы же снимать это все будем. Чтобы не запутаться, откуда этот листик. Вот. И тут обрабатываем все, как есть. Вот. Так. Сейчас, секунду, я немножко не вижу. Вот. Вот видите, здесь цепило прям буквально вот только сцепление, буквально вот точечка. Вот это вот мелкое, все. Так, поехали дальше. Дальше у нас идет. Здесь есть такая вещь. Вот, смотрите, вот. Вот такие интересные зелененькие листики, они немножко необычные, но мы их все-таки сделаем. Мы сделаем их, они накладываются, поэтому здесь немножко небольшое наложение сделаем. И так, и прорежем до конца. Оп, все, наложение сделали. Так, теперь у нас, так, вот я еще тут про один забыла. Ладно, мы его просто, вот когда такое происходит, да, вот я здесь увидела только два, а тут еще третий кончик. Я про него его не увидела и не выжгла. В принципе, его можно выжечь, конечно.
Но можно его и не трогать, но можно и выжечь. Давайте его, раз уж он есть, мы вот так наложим. И точно так же путем наложения продолжим наш лист. Он будет коротенький. Вот. Ну уж так уж раз идет он у нас по рисунку, пусть он идет. Теперь остается вот этот вот листик. Этот листик у нас опять шифоновый идет. Здесь я уже, знаете, я уже не смотрю право-лево, параллельно-непараллельно. Просто здесь это не цветы, это все-таки листва. Она немножко по-другому у нас идет. Так. Так, шифон. Так, здесь будет у нас идти атласная лента. Главное вообще в работе большая выдержка, терпение, скажем, и очень уделяйте технике безопасности, чтобы не обжечь лишний раз руки. Так, дальше идет у нас вот этот лист. Так, я его чуточку вот что мне получилось. У меня прилипла ткань, верхушечка. Смотрите, как интересно получилось. Иногда бывает такое. Смотрите, ткань прилипла. И мы ее можем, сейчас я вам покажу, либо срезать ножничками, но лучше взять ровненько вот так вот срезать. Наложить ее на наш листик. Смотрите, как здорово получается. И в этом месте чуточку вот так приварить. Буквально чуточку. Вот. Это тоже очень интересно. У нас получился более темный. Смотрите, вот эта часть получилась более темная, как будто это листик выглядывает из-под этого листика. Это тоже вариант. Если я выключу. Вот, видите, здесь вот, я не знаю, видите вы или нет, но вот эта часть, допустим, темнее, чем вот эти две части. Это тоже вариант такой декор нашей салфетки. Может быть, видите, хотя это непроизвольно сделано. Вот. Осталось нам выжечь буквально с этой стороны два листика. Сейчас я включу, чтобы мне было видно. Так, это у нас был шифон. Ну, давайте вот этот сделаем шифон, а вот этот сделаем атлас. Атласный такой красивый лист. Раз, два, три, четыре. И с этой стороны. Вот так. Вот у нас атласный лист. И с этой стороны мы сделаем лист шифоновый.
Ну вот, пожалуй, и все, что у нас должно получиться с одной стороны. То же самое мы делаем и вот с этой стороны. Вырезаем полностью все листики. Итак, все наши листики и справа, и слева вырезаны и уже лежат на своих местах, да, на нашей схеме. Теперь нам нужно вырезать вот эти зелененькие стебелечки, которые я решила сделать посветлее. То есть я делаю их из вот такой светлой тоненькой атласной ленты. Значит, сначала мы их делаем вот для таких маленьких цветочков и далее вот для таких бутончиков. Каким образом мы это делаем? В принципе, для вот этих маленьких цветочков это делается вот так. Мы накладываем. Главное, смотрите, лента у нас особо не гнется, хотя у нас здесь вот достаточно такой вот изгибистый вот такой стебелек. Мы сначала подкладываем его вот здесь вот у основания, смотрите, вот здесь вот под листиками, да, это будет чашелистик. Нам главное вырезать вот этот чашелистик. Мы поверху его раскладываем, вот так он будет выглядеть. И далее мы немножко уменьшаем. Вот так вот обрезаем нашу ленту. И когда она уже у нас немножко узенькая, ее можно по размеру изогнуть. Вот смотрите. Вот так. Где-то вот в этом месте. Вот. Ну, примерно вот так вот. Такая должна быть. С одной стороны тоненькая. Вот примерно вот такая. Что касается вот этих вот. В принципе, можно и даже если вот она совсем тоненькая получилась, у вас не получается ее потом приварить, можно просто взять нашу ленту, разрезать ее, скажем так, ну, не совсем на две части, а вот по кромочке немножко. Сейчас я вам покажу примерно вот так. И серединку вырезать, и другой стороны. Эта серединка нам не нужна, и у нас получаются вот примерно вот такие полосочки. Сейчас я вам покажу. Вот. И использовать их, они очень хорошо гнутся, их просто подставлять и использовать для того, чтобы приваривать к нашей основе. Вот это вот самый лучший, вообще-то, я считаю, что вариант для таких. Вот я здесь немножечко вырезала их. Делала несколько даже, видите, вот с такими подлистниками. Чашелистиками, которые можно, в принципе, использовать, вот, подкладывая. Но даже без чашелистиков, вот, такого плана лепестки вполне можно использовать. Вот, и пожалуйста. Дальше я вам покажу потом, как это все дело подклеивается. Теперь нам нужно взять все наши листики, снять. Так, ой, это у нас было так. Так, все вот это вот наша часть первая. Их надо снять. Опять же снять так, чтобы потом не забыть, где они лежали, как они лежали. Давайте мы сначала их оставим на другой стороне. Будем заниматься только этой. Подкладываем сюда
Сейчас уберу. Подкладываем сверху нашу ткань. Вот, накладываем. И теперь совмещаем здесь все по... Тук-тук. Что-то это как-то не совпадает. Вот. 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 Вот так. Так, вот теперь все правильно. Теперь все правильно. И на старуху бывает проруха. Вот, теперь все совпало. Теперь наша задача полностью подставить все наши листики и начать их приваривать к основе. Смотрите, все сразу мы не будем накладывать. Мы будем работать полностью только вот. Приложили, приварили. Приложили, приварили. Вот первые листики. Каким образом мы будем их приваривать? Сейчас я вам покажу. Мы не будем их приваривать, как приваривали наши лепестки, да, цветы. Мы их будем приваривать совсем другим образом. Сейчас я встану так, как мне удобно. Поверну мою работу, как мне удобно. Я вообще-то показываю сейчас стоя. Потому что, опять же, мне удобно вот сейчас стоять. Итак, я повернула вот листики к себе. Именно так мне удобно, чтобы они лежали. И буду их приваривать. Смотрите, по прожилочкам, какие должны быть у листика. То есть я не трогаю края. Я вот приложила лист, нашла серединку. И по серединке вот такие стежочки, как будто бы мы шьем на машинке. Идем этими стежками к краю. Раз. Смотрите. У меня здесь лежит другой листик. Смотрите, видите? Я его раскладываю по также по схемке. Также ищу серединку. И таким же образом я его вот так прохожу по серединке. Все, у нас листики уже приварены. Теперь наша задача сделать прожилочки таким же образом, не касаясь вот этих краев. Мы просто берем и вот так вот проходим. Смотрите, проходим до конца, и таким образом получается, что мы, в общем-то, приварили листики. Но приварили их не по краю, а приварили их по прожилкам. И они намного лучше, эффектнее смотрятся. Смотрите, мы их не сожгли. Мы просто сделали прожилки. А делая прожилки, мы с вами приварили наши листики. Получилось очень красиво. Смотрите. Вот так вот мы с вами приварили первые два листика. Теперь смотрите, у нас основа очень такая скользкая, и поэтому каждый следующий листик вы очень внимательно вот так вот смотрите, как ляжет основа. Накладывайте основу. Здесь вот даже можно немножко снять. Вот, идет дальше следующий листик. Листик с листиком. Большой листик и поменьше листик. Здесь очень такое терпение нужно. Даже вот не подскажу как.
аккуратность. Схватили вот кончик. Дальше вот этот листик. Вот основание. Вот, оп. И вот здесь краешек тоже можно точечку поставить. Вот, чтоб схватилось, да? И теперь вот такие по центру прошлись. Все, пока. Теперь вот с этим листиком. Так, вот эта часть. Я уже не вижу, как она должна лечь. Если честно сказать, я уже не вижу. Вот так она должна ложиться. Фу, все. Поняла. Она у нас одна, заходит в другую. Здесь вот. Здесь вот делаем такие прожилочки. Вот. И главное сделать прожилки у большого листа. Полностью проходим весь листик. Вот так. Вот он у нас приварен. Можно еще по центру немножко вот так выделить эту середину центральной прожилки. Все. Здесь маленький он. Вот, все. Больше ничего не надо. Я думаю, что вы поняли саму систему. Вот на этом листе я еще вам покажу. И дальше вы будете приваривать все самостоятельно.